Всем доброго дня, у меня распаковка чек. Сейчас быстренько только пришла, устала, не могу. Сейчас быстро распакую и побежала опять дальше. Даже не раздеваюсь. Купила вот такие круассанчики. Короче, обошлось мне все на 4000. Уже не ездила в Спар, уже ездила здесь вот. Оказывается, у нас здесь есть свои магазины. Эклерчики взяла на вечер чайка попить. Хмели-сунели, любимую приправку. Чипсы. Нури. Люблю, обожаю, прям не могу. Потом масло пахучее, растительное. Хорошее маслечко. А я люблю такие, на рыбу жарить на нем. И салатики заправлять с огурчиками, помидорчиками. Нашу местную калидовскую колбаску взяла, сервелат. Вот, стоит она. Эта палочка мне обошлась 283 рубля. Вот, стоит 574 рубля килограмм. Дальше. Два сырочка взяла вот такие вот. Ну, знаете, эти какие. Ну, как, скажите, как они называются. Йогурты свои любимые, фрутис. Вот такие теперь люблю йогурты. Те другие больше не люблю. Взяла баночку. 136 рублей. Абрикосы в сиропе. Там еще и были эти абрикос, персики. Ну, как-то мне вот эти больше понравились. Так, йогурт, чипсы. Я вот эти чипсы просто обожаю. На них мажешь сырный, творожный сыр, кусочек семги. У меня еще много семги. Семгочку, авокадо кусочек. И вот так вот защипляешь и кушаешь. Мам, дорогая. А в Спаре я их, девочки, брала, знаете, почем? По 84 рубля. А здесь зашла, вот в нашем там в спальном районе магазин. Там было открыто столько много магазинов. По 54. А здесь по 54. Вообще такие цены смешные аж. Вот эти сардельки я брала по 400 рублей. В Спаре здесь... Что у меня здесь? 255. МК, этот наш мясокомбинат Калининградский. Очень вкусные сардельчики. Так, что еще взяла? Еще взяла вот еще один йогурт. Потом взяла вот такой сыр. Вот такой вот. Нарезочку. Тоже все покончалось. И сейчас вот прям... Так, я еще даже сегодня не ела вот эту кильку. Сейчас как наверну. Что-то еще там. А, и взяла такую нашу гвардейскую. Такая вот грудиночка. Солененькая, вкусненькая. Вот. Дальше распаковка. Не знаю, зашла тоже, там пятерочку открыли. Зашла. Вот такой кофе недорого. 266 рублей. Такая банка. Ну, 190 грамм, 200 грамм. Такая ничушная банка. Попробую. Нет. Отдам, сын на работу заберет. Дальше. Любимые свои конфетки в пятерочке. Девочки, не только в пятерочке. Отломи. Но я уже набрала вот этих конфет. Отломи. И там, что я увидела, даже торт такой же есть. Вот этих вот конфеточек. Отломи. Угу. Так, два энергетика сына взяла. Два энергетика он попросил. Так, что еще взяла? Ну, а здесь у меня два авокадо. А вот такие конфеток чуть-чуть взяла. Потом взяла Левушку. Потом взяла первый раз попробовать конфеты Баунти с ананасом. То с кокосом брала, то с ананасом. Ну, потом, что ж у меня еще такого вкусного? Желтые помидоры, ребят, посмотрите, по 270 рублей. Обалденно! Желтые помидоры. Авокадо я уже показывала. Пишу. Я там ждет машина. Мандарины, как всегда. Ну, как вы знаете, сезон мандарин. И взяла три груши. Вот. Дальше продолжаем. Продолжаем дальше. Взяла по акции две чокопайки. По акции. Вот. Взяла хлебушек беленький. Потом зашла в мясной, фермерский мясной рулечку. Купила такую вот мясную. 200 рублей килограмм. Дальше что мы еще взяли? Батон, ребят, аж наш тоже местный типек. Все там рядом, прям с пальмами. О, какой прям
Я еще брала аж тепленькие. Вот. И взяла мясном фермерским фарш свинины с говядиной крупного помола. 280 рублей килограмм. Вот и все. Вся моя закупочка. Говядина там была. Ну, я пойду за говядиной завтра. Говядина там по 650, что ли, рублей килограмм. Вот так. С вами была я, Елена Березкина. Всем пока-пока. Хорошего дня, хороших покупок. Я с вами всегда на связи.